Отдохнем перед новой операцией. Ты еще вчера нежился на пляже на Кубе, а теперь в Мексике. Уходить от обстрела патрульного катера – не лучший отдых. Ну, скажи, что есть новости про захваченный инженерами корабль. Персонал аэродрома уехал 5 минут назад. Быстро и внезапно. Похоже, у нас будут гости. Мы пытались использовать дрон для разведки с воздуха, но кто-то глушит сигнал. Нам надо немедленно взлетать. На фланге пешая группа противника. Так, вы трое. Останьтесь здесь и прикрывайте нас. Грим, мы не можем взлететь, пока по нам стреляют. Я все подготовлю. Все в укрытие.
Сэм, там новые грузовики. Набор оборотов. Вижу пары справа. Двигатели готовы. Здесь все чисто. Поняла. Забираем всех на борт и улетаем. Все ясно. Кайл, отведи его. Грим, поднимай паладин немедленно. Очистите полосы. Сэм, я починил беспилотник. Пусть Брикс им порулит. Садись, попробует захватить самолет. Они нас не удержат, если не повредят двигатели. Я понял. Подключаю капсату. Платеж подтвержден. Брикс, что у тебя? Отслеживаю танкер в заливе. Береговой охране пришлось сменить один экипаж. Пищевое отравление. Чарли? Ребят, вы посмотрите. Спасибо приятелям из Форт Мида. Помогли отследить IP-адреса парней из Филадельфии. Перед тобой сервер, который инженеры используют для операций. ID, адреса. Это все чушь. Ты о чем? Это просто фон. И до Гуама мы видели сотни таких атак. Это в духе инженеров. Но нам не ясно, зачем Садику нужен черный список. Я думал, ради вывода войск США. Садик знает, что этого не будет. Брикс прав.
мы задаем не те вопросы. Если Иран здесь ни при чем... И на вывод войск ему плевать. То, что он задумал... Чарли, отключайся. Твои данные могут быть дезой. Вы с Бриксом займитесь танкером, начав с той замены экипажа. Это надежнее. Есть, шеф. Грим, занеси все данные в СМИ. Выясни, что замышляет Садик. Предупредив теракт, мы не узнаем, что нужно Садику. А захватив его человека, узнаем. Очень хитро. Есть. Они клюнули. Теперь могут отключать что угодно, но уже 5 минут паладин мой. Хорошо. Что с танкером? Встреча с Эхо в море через 2 часа, атака через 4. А как дела с их правительством? Зона F, желтый статус. Документы из АНБ и Госдепартамента уже отправлены. Ладно. Надо их подтолкнуть. Запускаем огонь? Запускайте. Пусть горит весь берег, когда я приду. Но начни с Фишера. Пусть узнает о наших планах. Пора! Пора!